Энрике Иглесиасу во время выступления в мексиканской Тихуане потребовалась экстренная помощь врачей. Все подробности прямо сейчас. Во время мексиканского шоу певец попытался поймать дрон, но что-то пошло не так. Ради фоток с фанатами Иглесиас и раньше выделывал подобные трюки, но в этот раз ему не повезло. Несколько пальцев правой руки попали под винты беспилотника. Но несмотря на травму и уговоры менеджеров прервать выступление, Иглесиас все же продолжил концерт. На радость всей этой 12-тысячной толпе.